Тропа изрядно заросла, завалена ветками и листьями. Видно, что пользуются ей не так уж и часто. Видимо, таких любителей пеших прогулок, как я, здесь совсем немного. Не знаю, сколько я прошел в метраже, но забрался уже достаточно высоко. Вот. И какая-то добрая душа соорудила скамеечки, на которых я, наверное, минут 5 посижу. Итак, идем дальше. Сколько я прошел, не знаю. Сколько мне еще осталось пройти, тоже пока не совсем понятно. Идем, продолжаем идти по следам Тоторо. Посмотрите, я на верном пути нашел желуди, которые они обронили. Вот, отличная панорама, которая иллюстрирует, как высоко я забрался уже. Внизу какие-то маленькие машинки, рисовые поля. И
всякое такое. Продолжаем наш маршрут. Тутор нас ждет. Да, вот наконец я прошел примерно половину пути, да, и дошел до лестницы, ведущей в синтоистскую часовню. Это место, по которому сенсей, это лестница, по которой сенсей, с сайта сенсеем, поднимались для тренировок у синтоистской этой святыни. Ну и, собственно говоря, сейчас я по их стопам практически пойду, по их следам. Вот хочу обратить ваше внимание еще вот на эти столбики, которые идут вдоль лестницы. Да, их очень много, и столько же столбиков, огромное количество там у этого синтоистского храма. Значит, эти столбики — это постаменты в честь тех, кто жертвовал что-либо этой синтоистской часовне, синтоистскому храму. Размер пожертвования составляет примерно 1 миллион йен. То есть на наши деньги примерно 500 тысяч рублей. Вот. Так что, если вы хотите, чтобы ваше имя было увековечено в камне и за вас молились синтоистские монахи, пожалуйста, всего лишь какие-то 500 000, и ваше имя будет в веках. Периодически в Японии вы можете встретить вот такие вот постаменты. Это не просто так для красоты. В этих вот каменных постаментах живут ками, то есть духи этого места. Слушайте, ну вот ощущение, что эта лестница вообще никогда не закончится, ё-моё. Ну ладно, еще чуть-чуть. Я сделал это. Все, я наверху. Ай, кончила. Да. Сейчас проделаем процедуру омовения ритуального и зайду в храм. Нездаром же я больше километра шагал в гору. По-моему, на маршруте указано 1,5 километра. Так что вот 1,5 километра в гору — это вам не шутки. Я сейчас только что был в храме, посвященном тенгу. Это такие суровые воители. У них такие длинные носы, очень яростные в битве. Может быть, именно поэтому о-сенсей приходил именно тренироваться на этой святыне, у этой святыни. Потому что она посвящена именно такому духу, воителю. Очень интересно. Здесь продаются
такие бумажечки с предсказаниями. Впускаешь в этот ящичек 100 йен, достаешь предсказание, читаешь, а потом привязываешь его вот такие вот веревочки, проволочки, и твое предсказание должно сбыться. Для себя я приобрел вот здесь вот за 200 йен вот такую вот очаровательную кошечку с поднятой лапкой и рыбкой, которая должна приносить удачу. Немного помедитировал в храме и сейчас продолжу прогулку по своему маршруту. А вот отсюда открывается изумительный вид на город Ивама. Сейчас подойду поближе. Смотрите, там внизу весь этот милый городок. Вот прямо по центру, я постараюсь приблизить как могу, вот видите, прямо в центре находится такой небольшой сосновый бор. Именно там и находится Айки-Дзиндзя и бараки Шибудодзи. Сейчас я хочу попробовать скатиться с такой горки, то есть я так долго поднимался, а теперь тут смотрите, вот есть такая горка из роликов, то есть на нее садишься прямо на попу и едешь. Вот сейчас я попробую. Oh!
Мне кажется, я себе отбил все, что мог. О, кошмар. Я еще жив. Во время спуска с горы я вышел совершенно к какому-то волшебному месту. Значит, я прошел тут две очередные синтоистские святыни. Вот такой вот полузамерзший прудик. И вот посмотрите, японские дедульки сидят и рыбачат. Завершил спуск с горы и вышел в очередное интересное место. Это, судя по всему, буддийский храм. То есть, если на горе все время были синтоистские святыни, то здесь расположен буддийский храм. Сейчас пойдем посмотрим, как у них здесь все устроено. Такая аллея с лестницей, входом, наверху, не знаю, плохо видно, наверное, из-за солнца, по-моему, золотой знак сакуры или что это такое, не знаю, видно вам или нет, по-моему, все расплывается, вот, сфокусировалось, да. Посмотрите, какая красота. Здесь колокол. Далее, видимо, местное буддийское кладбище. Статуя Будды. Вход в храм. Храм сейчас закрыт, поэтому мы в него войти, к сожалению, не сможем. Это... статуя буддийского монаха с чашей для подаяния. Странствующий монах. Небольшой сад камней. А, статуя маленького монаха, подметающего пол. Все очень красиво, чисто прибрано и выглядит очень по-игрушечному. Прямо все как, все сошло прямо как с мультфильмов Миядзаки.
здесь я в японской школе. Посмотрите, насколько классно она оборудована. У них стоят установлены жидкокристаллические телевизоры. В каждом классе. Значит, сейчас буквально мы только что были, и я видел, как детки после еды всей компании чистят зубы. Сидят в зале, в классной комнате. У каждого своя щетка, у каждого своя чашечка. Почистили зубки и потом пошли дальше заниматься уроками. Это компьютерный класс. Ну, в принципе, сейчас таким уже и у нас не удивишь, но все-таки оборудовано отлично. Сейчас нас ведут в... Ай, девчонки мне помахали рукой японские. Мы только что провели серию тренировок у них с сенсеями. Сейчас для нас тут будет музыкальный перформанс. Сейчас будет еще один номер. Смотрите, вместо того, чтобы баловаться, лежат, читают, подходят что-то почитать, берут книжки. Hello! Все ходят в одинаковой обуви. Это спортивная обувь. Ее одевают для того, чтобы заниматься, бегать. В таких вот ящичках хранится. На каждом этаже по несколько плазменных телевизоров. Вот на этом демонстрируются всякие кадры их спортивных успехов. Когда люди приходят, они снимают свою обувь в прихожей. То есть гости приходят, снимают обувь и одевают вот такие вот тапочки. А свою обувь оставляют здесь. Это кабинет директора. Вот это средняя образовательная школа, типичная в Японии.
Здесь учатся дети, начиная с 12 до 15 лет. Такая школа, как правило, одна на район, куда детки приезжают на велосипедах, либо те, кто живут где-то в отдалении, ездят на поезде одни, никто их не сопровождает, что все здесь безопасно. Смотрите, на такой вот площадочке в обычной образовательной школе в деревне, да, деток обучают игре в гольф. Всем привет! Я с группой Учидеши еду на водопад, где О-сенсей совершал мисоги от Ивамашибу Додзю примерно 30 минут ходу на велосипеде. Так что вот сейчас мы туда приедем с туристическими целями пофотографироваться и для того, чтобы совершить обряд мисоги в водопаде. На улице солнечно, но примерно, наверное, сейчас около ноля, может быть, чуть больше температура. С утра было минус 4 на утренней тренировке. Вот. Так что до скорой встречи. Вот мы наконец-то добрались. Еще та дорога, скажу я вам. Сначала под гору хорошо, а потом полпути в гору. Из примечательного вот это вот домик, айки домик Сайто сенсея. Да. А вот там шумит водопад. Вот небольшая буддийская часовенка рядом с водопадом. Это Учидеши. Кристиан и Карлос из Германии, Вероника и Ярослав из Польши. Водопад сейчас облагородили. Вот он представляет из себя что. Он? Yes. Okay, some preparation on breathing, дыхание подготовительное.
обалдеем, да. Итак, все. Самое главное произошло. Сейчас уже совсем не холодно. После такого душа зарядились энергией космоса. Всем привет! Я нахожусь на станции Ueno Station. Очень крупная станция со множеством переходов на разные линии токийского метрополитена и железной дороги. Множество людей. Просто какая-то суматоха, перекрестки, шумиха, а я ищу свой отель капсульный, чтобы там сдать багаж и пойти на экскурсию в Ueno Park. Я окончательно заблудился в этом месте, в этом Токио. Уже, наверное, час брожу по этим улочкам, бесконечным, маленьким, повторяющимся. Вокруг просто кишмя кишит народ, но я никак не могу найти свой отель, причем по карте я брожу вокруг него, видимо, вот кругами. Ну ничего, последняя попытка. Наконец-то нашел свой отель. Вот он прямо за мной. Это маленький, ну как маленький, такой четырехэтажный капсульный отель Ueno Station Oriental. В нем могут жить только мужички. Значит, и потом я сделаю такой коротенький репортаж про него, что такое капсульный отель и как в них живут. Я сейчас нахожусь в зале игровых автоматов «Починка». Посмотрите, какой здесь дурдом! Люди рубятся с утра до вечера вот в эти автоматы. Здесь просто Лас-Вегас отдыхает. Посмотрите, что творится. Это безостановочный процесс. Вот такой вот Токио изнутри, прямо над нами находится магистраль, городские электрички, постоянный шум, гам. Тут же что-то готовят, что-то продают, что-то все время ходят, мутят, не знаю, как люди живут в таком бедламе. Вот опять автоматы, починка, у нас все позакрывали, а здесь народ сливает по полной программе, играет в эти автоматы с утра до вечера. Присел поесть какую-то забегаловку, не знаю, надеюсь, что меня не отравят. Но вроде люди заходят, едят, значит, наверное, и мне тоже понравится, не знаю. Главное, что без последствий.
Я наконец-то выбрался из дурдома, из этих визжащих, вопящих улочек, этих эстакад с электричками, и добрался до Уэна парка. Уэна парк — одна из главных достопримечательностей Токио, расположена масса музеев, зоопарк, чего только нет. В общем, сейчас буду здесь гулять, смотреть, делать фотографии и снимать короткие видео. Сейчас я зашел в сад пионов, в котором представлены различные бонсаи и цветочные композиции. Сделаю несколько фото, видео зарисовок здесь. Вот сейчас прямо за моей спиной находится дуб. Это священное дерево, рядом с которым была построена часовня, храм. На момент постройки это дерево уже стояло неизвестно сколько. По предварительным подсчетам этому дереву более 700 лет. И на этом дереве живет просто огромное количество ворон. Ну, одна из которых представлена на видео.
Это за моей спиной вечный огонь в память о погибших при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. А это Токийский национальный музей. Огромная территория и совсем недорогой билет. Вот, например, я только что был в музее искусств. Там за какую-то выставку слупили с меня 1600 йен, а здесь за вход берут всего лишь 620 йен. Итак, сейчас я вам расскажу, что такое капсульный отель. Капсульный отель — это такая хитрая штука, которую придумали в Японии для туристов или для тех, кто не хочет уезжать домой, кому далеко ехать домой, и не останавливается в отелях-капсулах. В общем, сходили вы в баньку, поотдыхали в тех креслицах, посмотрели телевизор и пошли спать. Вот тут, короче, начинается самое интересное, что такое капсульный отель. Может, вы видели по телевизору, но сейчас будет реальность.
Сейчас я туда залезу. Короче говоря, вы спите вот в такой вот капсуле. Но если ездили на отечественных пассажирских поездах, то в принципе капсульных отелей можно не бояться. Для Токио дешево и сердито, конечно, это не Хилтон, вообще не Хилтон. Ну так вот, чтобы ночь переспать, вполне достаточно. Вот оно, загнивающее будущее, короче говоря. Я поеду на скайлайнере. Это суперскоростной экспресс, который идет со станции Кейсей до аэропорта Нарита. Вот такой белый, красивый, длинный поезд. お土産などは荷物置き場に置かず、お手元近くに置いてください。